Друзья, вчера в 11 часов ночи произошла жуткая авария в Подмосковье. Подписывайтесь на наш канал, интересные выпуски только у нас. Только мы, друзья, сообщаем раньше всех о том, что происходит в нашем российском шоу-бизнесе. Нам стало известно от сотрудников полиции о том, что вчера вечером недалеко от города Москвы в одном из дачных поселков произошла авария. Пострадал российский актер театра и кино Егор Бероев. Он находился со своим другом в автомобиле, друг находился за рулем и, к сожалению, погиб на месте. Егор Бероев находится в реанимации, в коме. Медики пытаются спасти ему жизнь. Очень мало информации, друзья. Мы пока следим за развитием событий вокруг данного происшествия. Очень хочется надеяться, что уже завтра рано утром поступят хорошие новости. Следите за нашим каналом, будьте всегда с нами, поддерживайте нас, а мы будем радовать вас интересными новостями из жизни шоу-бизнеса.